Лучший подарок, который мужчина может преподнести любимой жене на годовщину свадьбы. Конечно же, ребенок. Еще разок. Ты готов стать отцом? Я совершенно готов. Но как быть, если ты вдруг стал стрелять холостыми? Вот видео с нормальным образцом, а вот ваш образец. Они как пьяные. Ответ прост. Придется вместе с гангстером-индусом грабить банк спермы. Детородные. 12 июня в 20:30. Премьера на «Иллюзионе плюс».